Всем привет, ZBrush 2019. Приколюха такая есть. Будем делать марево по специфической системе. Видел этот ролик в интернете, на YouTube. Короче, там ускорено все показано. И начала не было. Ну вот я тут кое-что додумал, кое-что. Короче, идейка у меня такая все-таки сделать этого марево. Засела в голове. Погнали делать. Открываем куб. Вот такая вот штукенция. Теперь жмем Make Polymesh. И надо сетку вот эту подредактировать. Заходим в Geometry. Так, теперь сайзом. Пардон, не это. Ctrl-Z. Сайзом теперь немножко его вот так вот уплотняем. И немножко вот так вот вытягиваем. Shift, левая кнопка мыши, выравниваем. Так, Shift-Z, я уже подгрузил вот такого Марио. 16 квадратов на 12. И как это все делаем? Заходим теперь в Initialize. Нажимаем куб. Получается у нас вот такой вот куб. Делаем Ctrl-W, одну полигруппу. Теперь заходим в Geometry опять. Заходим так, теперь его вытягиваем чуть-чуть вот так. Теперь его не этой Ctrl-Z. Вот так его сплюснем. Ну, в принципе, пойдет. Теперь заходим в Brush, The Modelier. Так, пока я картинку уберу. Нажимаем вот на эту грань. Жмем пробел и ставим Delete. Edge Loop Complete. И вот это все удаляем. Все, вот у нас чистая совесть, чистый материал. Теперь жмем Shift-Z, подгружаем вот эту вот текстурку. Z включаем глаз. И вот так все это дело тут устанавливаем. Z отключаем глаз. И теперь давайте немножко все здесь подкорректируем. Так, Shift-Z. Вот эта ось уменьшает. Z. Включаем глаз. Корректируем. Смотрим, чтобы мы именно попали по размеру. Вот так вот. Так, Z. Отключаем глаз. И немножко все это дело опять же корректируем. Немножко вытягиваем. Так, Shift-Z. Вот этой, наверное, вытягиваем. И подгоняем. Стараемся все это дело подогнать. И теперь Shift-Z. Z включаем, ставим вот так вот. Все, попали вроде. Ну да. Вот так все это устанавливаем. Z отключаем глаз. Нет, сначала давайте прозрачность поставим. Вот так вот. Z отключаем глаз. И теперь наводим вот на эту штукенцию. Жмем пробел и ставим Insert. И теперь давайте нарисуем все вот эти квадратики. Раз. Два. И погнали. Ну и теперь снизу тоже так же делаем.
Так, вроде все нарисовано. Смотрим. Shift-Z картинку убираем. Вроде все нормально. Теперь Shift-Z, Z. Включаем глаз. Чуть-чуть ставим побольше. Отводим в бок вот сюда. И делаем вот так вот видимость поярче. Z отключаем глаз. Выравниваем наш вот эту заготовку. Жмем теперь, так, Draw Size можно поменьше. Жмем теперь Alt и нажимаем вот на эту штукенцию, на квадрат. И считаем 4 долой и 3 оттуда. Раз, два, три, четыре. Так, Insert выскочил. 4. Тоже так же делаем Alt. И раз, два. Три. Ставим Ctrl-W, опять одну полигруппу. И погнали тут считать. Тут Alt, так, Shift-Z, неудобно мышкой. Alt, здесь один квадрат. А здесь два. Alt, раз, два. Теперь получается опять два квадрата. Раз, два. Так, не туда. Два квадрата. Здесь по одному три штуки. Alt, раз. Alt, раз. И Alt, раз. Так, теперь отсюда еще, чтобы не путаться, можно, конечно, одну сторону сначала пройти, потом вторую. Ну, давайте будем, чтобы вырисовывался детально. Жмем Alt, это третья уже, это получается три штуки убираем. Раз, два, три. Следом убираем одну. Alt, одна. Пропускаем шестую. Так, пятую пропускаем и на шестой одна. Вот так вот. Теперь на седьмой у нас получается две. Alt, раз, два. И на восьмой четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Так, где три у нас тут? Три, два, одна. Три. Alt. Два. Alt. Одна. Вот прикольно так вырисовывается все. Дальше погнали. Это значит, восьмая у нас было 4, девятая 1 и 4 пропускаем. Вот можно и здесь 1. Раз, два, три, 4 пропускаем. И значит на 14 2, 1. Раз, два, 1. Вот такая штукенция. Следом здесь что у нас? 4 пропускаем. И теперь получается у нас 2, 1. Alt, раз, 2. И Alt, 1. Вот такая штука. Теперь давайте снизу поработаем. Можно модельку вот так вот перевернуть. Shift, левая кнопка мыши, и посчитаем тут 4, 4, 4 убираем. Раз, два, три, 4. И получается раз, два, три, 4. 4 убираем. Теперь получается у нас еще раз 4. Так, Z.
Alt, 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 и еще раз Alt. Еще 4 убираем. И теперь 2. Alt, Alt, 2. Вот такой прикольный Марио. Ну, погнали считать дальше. Значит, получается теперь 6 штук надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и один в бок. Так, и это все. Ctrl Z. И вот это все вытягиваем. Вот так вот. То же самое повторяем тут. Раз. Alt, левая кнопка мыши. Ctrl Z. Вот так вот. И вытягиваем эту сюда. Так, следом давайте штаны. Или начнем, наверное, с головы. Вот с этой. Так, здесь получается Alt, Alt, Alt. 4 штуки. И одна наверх. И все это дело вытягиваем. Следом получается Alt, Alt. И все это дело опять же вытягиваем. Чуть поменьше, наверное. Или давайте так же. Так. Теперь прическа пошла. Alt, 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 Alt. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот это тоже все вытягиваем. Вот таким вот образом. Следом штанишки. Получается, два пропускаем. Alt, Alt. Раз, два, три, четыре, пять. Потом получается этот пропускаем. И вот так все это дело все заделываем. Косяка, если в пароле Shift Z, если не в пароле, то не пригодится. Так. Вот такая штукенция, и вот ее теперь чуть-чуть, наверное, вытягиваем. Пошла ломка. Shift Z. Shift Z, Shift Z. Ctrl Z. Так. Чтобы такого не было, жмем, наверное, Ctrl W. И теперь повторю эту попытку. Так, будет ломаться или нет? Все равно ломается. Ну ничего, можно его вот так отвести. А с этим мы потом разберемся. Ctrl Z. И
можно попробовать добавить крис. Close крис. Так. Ctrl Z. Так, где-то вот так вот. Ну и сюда можно добавить, наверное. Раз, два, три. Ставим теперь insert и пробуем. Так, что-то у меня тут в этом плане загвоздка. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Так, ну, в принципе, все нормально. Пойдет, это уже потом можно доделать. Проще надо было вот эти темные вдавить и все. Вот где-то так вот. Так. Ctrl-Z. И вытянем-ка немножко. Вот так. Так, Shift-Z. Еще эксперимент с маской. Ну, где-то вот так вот оставим. Так, ну и в принципе, что, все нормально. Теперь можно кепку чуть-чуть сделать. Alt, 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 Alt. Shift Z. И вот это все попробуем еще немножко вытянуть. Вот таким вот образом. Так. Ну, прикольная штука. Сзади вот жаль нету ракурса. Еще сзади можно чуть-чуть, наверное, повытягивать или не надо. Так, отключаем поле F. Теперь вот это все сделаем красным. Так, кисть стандарт, RGB. Вот так все это дело преобразуем в красный. Так, не рисует. Это печалька. Brush. Simples и Simples. Все, все нормально. Shift-Z. И вот так все это дело замалевываем. Так, вот так. И теперь надо назначать на поле группы. Петелька.
Так, теперь ставим опять The Modelier и делаем вот так вот. Здесь, значит, коричневая. Вот таким вот образом. И немножко все это дело туда-сюда поводить. Вот так. Shift Z. Вот так. И теперь это значит коричневое. Ладно, пойдет пока такая. Shift Z. RG. Стандарт. И вот так все это дело подкрасим. Так. Shift Z. Ctrl Shift Z. Вот так вот. Получается у нас руки. Опять же, The Modelier. Поменьше Draft Size. И вот так вот. Alt. Опять же, делаю первый раз. Строго не судите. Так, и туда-сюда, вот так вот, чуть поменьше. Вот так вот. Вот так, это тоже туда. Стандарт. И вот так все это дело покрасить. Так, ну и что? Тут у нас получается темно-коричневое. Вот так вот это значит Z. В принципе. Можно ее вот так вот покрасить, да и все. Z. Выравниваем. Вот так вот. Так, вот еще косяк, да? Alt. Так, стандартную ставим. The Modelier. Нет. Так вот выставляем. Опять кисть стандарт, Shift Z, Z ставим глаз и прибавляем четкости. Z убираем глаз и стандартным Draft Size побольше. Все это дело вот так вот просто красим. Так, Shift Z.
Раз. И вот так вот попробуем, закрепиться или нет. Не хочет. Красная. Такой сюжет. Так, вот такой получается марево. Так, и это тоже. Так, с покраской тут чуть-чуть, конечно, печалька. Так, а тело у него тоже. Так, это значит вот так вот. Так, ну вот что-то в таком духе получилось. Не судите строго. Первый раз делал. Вот такая прикольная есть штукенция. Так, это значит C, Shift Z. Так, эксперимент, так эксперимент. Посмотрим, если drop size уменьшить, C. Пока не залезешь на соседнюю деталь, не красится. Значит, надо так, а если сделать ему Dynamesh печально, Ctrl-Z, а если сделать Zermesh, а вот с ZRMS уже можно что-то делать. Вот так вот можно теперь его раскрашивать. Shift Z. Так, поле F можно отключить, добавить Ctrl D. Уже прикольно получается. Так, уменьшаем модель, подгоняем ее. Вот сюда вот так вот. Ну и попробуем все это дело раскрасить. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Во! Вот теперь уже симпатичней. Уже классно. Drop size поменьше. Теперь жмем C. И вот так здесь можно подкорректировать. Так вот.